Здравствуйте, дорогие розоводы и любители цветов. Это я, Наталья, и мой канал «Розовые грезы». Сегодня буду снимать видео про обрезку старых роз. Но сначала хотела предисловие показать то, что я там в феврале, по-моему, покупала розу High Hopes. Вот она, красавица у меня сидит, в горшке ждет. Покупала две вигелы, две этих клена и одна голубика. Они у меня подмерзли. Вот они у меня были, молодые ростки, замерзли. Я думала, все, померли. Нет, никто не помер. Вот смотрите, идет новенький. Вот он идет, зелененький отросточек. И вон пошел зелененький. Я их сейчас на солнышко достала. И роза тоже вроде звезда звездой. И также клен. Клен очень дорогой, почти 700 рублей. Вот эти две палочки. И вот он тоже пошел в рост. Ну, а сейчас будем снимать старую розу. Расскажу, почему я снимаю про эту розу. Вот у меня роза старая сидит здесь уже лет 7. Она была изначально неправильно посажена прививкой вверх. А почему я снимаю это видео? Потому что одна подписчица сказала мне, что она эту, как бы сказать, точку прививки пытается засыпать землей для того, чтобы оттуда шли новые побеги. Я этого не делаю. Ну, посадила и посадила неправильно, бог с ним. Но растут же, цветут же. Я и написала, что пусть делает, типа, ну, считает это мысленно, что это у нее штамбовая роза. У меня тоже не идут побеги. Но зато я здесь формирую куст наверху. Если вам не нравится, что внизу не растут побеги, пожалуйста, чем-нибудь прикройте эти голые ноги, и все, и будет красота и с красотой. Не надо переживать, не надо точку прививки этой присыпать ничем. Вот эта кирио-роза у меня красавица вымахала. И рядом вот эта оранжевая, потом фотку обязательно покажу. У меня единственное, там несколько фотографий есть. Тоже из земли ничего не идет. Однако она цвела очень хорошо прошлое лето. Очень хорошо цвела. Просто звезда звездой. Вот сейчас я их обрежу, сделаю куст. Значит, буду делать куст чашей не из земли, а буду делать куст чашей над поверхностью почвы, получается. И то не чашей, приблизительно чашей, но ступеньки. Как всегда, я делаю лесенка. Передняя часть у меня покороче, задняя у меня подлиннее, потому что у меня там можжевельник, вот он растет. А впереди у меня вот тут дорожки, вот полянка, откуда обзор на эти розы. Вот сейчас я обрежу. Я не буду показывать технологию обрезки, потому что я это показывала 550 раз. Я просто покажу, что получилось. Хочу показать. Вот ветка вроде хорошая идет. Вот она хорошая, да? Тут непонятно, то ли она замерзла, не замерзла. Я смотрю с этой стороны. Вроде оно там все зеленое у меня. Пока я и не буду ее обрезать. Оставлю и посмотрю. Если почки не пойдут, тогда мне ее придется срезать вот так. Ну, пока подождем. Смотрите, что получилось. Особо лесенки, конечно, не получилось. Ну, ничего, за лето я ее выровняю. Кирио красавишна моя. Это рядом оранжевая, потом покажу ее. У меня фотографии есть тоже. Кое-что осталось. А тут у меня, вот они проклюнулись, мои красавицы. Это остинки теплых оттенков. Оранжевенькие, бледно-желтые, желтые. А тут у меня их 10 штук. Все, больше снимать видео на эту тему не буду. Не надо переживать, что почка не заглублена. Единственное, что в северных регионах надо, конечно, ее утеплять лучше. Я бы засыпала песком, хорошую горочку делать песком, и все, и сверху делать укрытие, как обычно вы делаете. Вот типичный образец неправильно посаженной розы. Вот точка прививки наверху. Вот из земли вообще практически ничего не идет. Вот что у меня в прошлом году отросло. Вот я уже порезалась, кровь пошла. Как всегда, мы все порезанные. И вот молодые только сверху в основном идут. Ну, идут сверху и сверху, ничего страшного. Сейчас, значит, мы будем
ее обрезать так, чтобы она была как чаша, и тут получится уже лесенка. Значит, вот у меня почечка, вот молодая веточка прошлогодняя, вот почечка идет наружу, обрезала коротко. Эту коротышку и худучку не надо нам таких слабых, нам нужны только все сильные. Слабаков мы убираем. Дальше вот она идет. Вот она идет, красавица. Красавица, вот сюда на наружную почку оставлю. Ну-ка, по голове не стукнет? Не стукнет. Убрали. Птички поют, солнышко светит. Что творилось вчера и сегодня? Какой день хороший. Этот кусок придется убрать, вот это вот. Отросточки вот слабенькие-слабенькие наверху, поэтому они мне не нужны. Я их уберу, я перевела на вот эту молодуху. Эта молодуха потом будет расти и укрепляться. Убрали. Здесь вроде бы идет внутрь куста, но если я срежу, что мне цвести будет? Я нашла почку, вот она наружу чуть-чуть идет. Мы ее и обрежем коротко. Убрали. Ой, отпустите меня. Дальше вот это тоже. Ну, наверху там у нее, конечно, есть, но они там пересекаются, придется ее вот на эту почку срезать все-таки. Потому что там свои есть хорошие ветки, которые не должны пересекаться. Ушла ты. Давай ты следом. Вот эта сухая. Давай. Оп, ушли мы отсюда. Так, отлично уже. Передняя часть такая прям красавишна получается. Очень старая веточка, очень. Вот что делается наверху, толку от нее не будет. Вот что делается наверху. Она мощная. Но найду сейчас почку пониже, на наружную. Вот она на ощупь почечка. Вот она. Угу. Все, и на нее я ее обрежу. Вот, вот так я ее оставила. Ну-ка, ниже. Нет, ниже там уже некуда. Следующая ветка. Вот эта. Хорошая, красивая, мощная. Второй ярус получается. Это первый ярус у меня ниже. Это получается второй ярус. Можно сделать и выше. Вот наружная почка. Вот она, вот на ощупь. И на нее обрезали, убрали. Смотрим. Ой, холодно. Подвинем рабочее место, как всегда, подо мной. Следующее тоже вроде бы как внутрь идет вот это. Ну, что ж я уберу? А как я любоваться, чем я буду? Пустыми ветками. Поэтому вот нижний ярус у меня, средний. И верхний ярус повыше, сантиметров на 10. Обрезала. Вот она, наружная почка туда пошла. Засохшее убираем. И тут вот две веточки идут. Не очень они мощные, конечно, но все равно подцветут. Вот смотрю, наружная и внутренняя. Ну, а я оставлю на наружную. Оставила. Здесь тоже, чтобы они не соприкасались, надо найти почку, которая идет туда. Где она? Птичка заливается. Рада. Птичка рада, что я вышла работать в сад. Вот она, почка туда идет. Вот я на нее и обрежу. И вот тоже хорошая веточка выросла в прошлом году. Вот хорошая, хорошая. И я ищу почку на наружную почку. Вот хотя бы вот дошла. Здесь мы освежим. Здесь мы обрежем. Одна часть готова. Маленькие волчки. Я их называю волчками. Выкидываю всегда. Они не нужны. Вот это попробовать срезать. Ну, не буду трогать. Это прошлогодний срез какой-то неправильный. И вторая часть. Вот тут смотришь и думаешь, боже, что за клубок какой-то непонятный. А все предельно ясно. Самое маленькое сначала сразу обрежем. Коротенькое, маленькое. И тогда будет ясно, как мы будем формировать эту ветку. Ну вот пример того, как я говорила, сделать из нее шраб. Вот тебе, пожалуйста, если бы я захотела, я могла бы вот из этой ветки увеличить ее, выше поднять. И сделать из нее шраб-розу. Нет, не шраб, штамбовую розу. А так будем обрезать, и она все равно будет цвести, ничего страшного. Вот почка наружная. Обрезала. Давай уходи отсюда. Вот это потом я обрежу этими, попилю. Пилочка у меня с собой.
Вот еще вижу почечки. Вот это, где она тут, наружу. Оставлю эту вверх, посмотрю, как она себя поведет. Будет мешать верхним, уберем, значит. А вот еще вижу веточка, но она не вызрела. Я ее уберу, ее видно сразу, колючек прям много-много, она не вызревшая. Выкинули. Вот веточка оставлю. Дальше это получается старенькая уже. Вот она такая, можно сказать, никакая, но вот у нее пошли уже росточки. Вот, все-таки я оставлю на этот росточек. Так, надо сразу наводим порядок. Нам не надо, чтобы все это валялось под ногами и под руками. Здесь тоже получается тоненькая-тоненькая. Оставлю две почечки всего. Это тоже вот она. Никакая, старенькая. Здесь кора. Ну, вот это я, наверное, срежу полностью. Здесь кора, вот что-то повреждена. Этот не вызревший. Я ее срежу вот так. Вот эти молодые более слева, они нарастут, дадут рост. Все, что было, что стало. Чем сердце успокоится. Теперь все замазываем быстренько. Убираю, попробую убрать сушняк из середины. Сейчас покажу, что получилось. Шикарно просто. Эта роза, не знаю название, раньше я их не запоминала и не писала. Очень красивая, малиновая. С белым. Вот такая вот она. Ну, красавица, красавица. Прошлый год она, конечно, себя очень хорошо показала. Ну, потому что мама к ней лицом развернулась, и она стала себя вести хорошо. Вот, смотрите. Вот что получилось. Так что не боимся. То, что мы раньше неправильно посадили розы, ничего страшного. Цветут и цветут, и слава Богу. Кормим, поим, как и всех остальных девушек. На этом все. Всего хорошего. До свидания. Смотрите мои видео. Я хоть буду знать, чем вы интересуетесь. До свидания. Всем пока. Рано попрощалась. Посмотрите, какая прелесть у меня тут растет, цветет. И пчелки уже полетели, солнышко им греет. Смотрите, какая красота. Пересажу обязательно потом на полянку, такие же крупные. А теперь точно всем пока, до свидания, хорошего весеннего настроения.